Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня с вами снова Яна. Мы находимся в магазине «Светофор». Это шушары школьные, 169. Хочу сказать, что 7 числа, 7 февраля в этом магазине будет инвентаризация. Он работать не будет, то есть завтра. Ну и хочу выразить благодарность всем, кто пишет отзывы. Вам большое спасибо, все мы их читаем. Также не забывайте подписываться на мой дзен-канал, он сейчас хорошо будет расти. Давайте смотреть, какие новинки приехали в этот магазин. Набор посуды столовой керамика, 18 предметов. Матовая глазурь, 2485 рублей. Такие наборы приезжали и раньше, в прошлый год. Разбирали их очень хорошо. В этом году они также приехали под брендом Apollo. А в этот набор входит 18 предметов. 6 десертных тарелок 21 сантиметр, 6 тарелок 27 сантиметров и 17 сантиметров салатник. Отличный набор, в трех цветах представлен. Такой темно-зеленый, да, салатный цвет, серый цвет и пудровый розовый цвет. Керамика очень плотная. Кто пробовал, пользуется давно этими наборами, нам пишите. Очень давно в магазине «Светофор» не наблюдала живых цветов. Нас ждет скоро 8 марта, праздники. Да и в общем, можно на 14 февраля себя порадовать. Смотрите, в «Светофор» привезли целый палет бегоний. Вот, разноцветных, красивых, обалденных бегоний в индивидуальной упаковке. И вот, смотрите, какая красивая бегония, такая богатая. Вот, ценника пока на нее нет. Привезли целый палет. Если хотите купить свеженькую, скорее приезжайте. Но не 7 февраля, потому что 7 февраля этот магазин не работает. А вот 8 магазин «Светофор», школьная 169, вас ждет. Приезжайте. Бегония обалденная, очень-очень красивая. Есть красная, белая, нежно-розовая. И вот еще такой коралловый цвет с белой окантовкой. А вот смотрите, еще какая красивая желтая есть, очень яркая бегония. В кассе сейчас можно приобрести новые ароматизаторы воздуха для автомобиля. Цена их 117 рублей. Лежат прямо на кассе, не проходите мимо. Это новое какое-то средство. Здесь вот, например, клубника, лимон и яблоко, производство Китай. И инструкция по применению. Здесь есть подставочка и декоративный какой-то колпачок. Видите? Снять подставку, декоративный колпачок, открутить крышку, удалить заглушку, вставить фитиль с пластмассовым фиксатором, закрепить декоративный колпачок и подставку, установить клипсу, закрепить на дефлекторе. 117 рублей. Бумажные полотенца двухслойные, два рулона Joy Eco. Часто их быстро разбирают. 79,77 цена. Давно я не напоминала, что в «Светофоре» есть вот такие шейкеры, спружинные держателем, 700 мл, 171,36 цена этого шейкера. Сейчас очень хорошо ходить в баню, заниматься лыжами, коньками. Скоро будет беговой сезон, так я его называю, пробежек. Так что шейкер вам пригодится. И нигде в других магазинах пока не видела чехлов для хранения одежды. Здесь они есть 65 на 80 и 65 на 1,60 м. Цена такого набора 201 рубль. Приятный бежевый цвет. Этих чехлов только в одном цвете представлено. Ну и опять потребители вскрывают упаковки, а может и работники магазина. Перчатки виниловые, неопудренные. 100 штук, 192,79. Опять же, сейчас будет сезон уборки, также огородный сезон. Да и для любых других, может быть, кто-то готовит или моет посуду в перчатках, пригодятся. Цена отличная. Получается, одна перчаточка всего 2 рубля. Ну, раз уже вскрыли упаковку, мы с вами на них посмотрим. Они не слишком тонкие, кстати, хорошие перчатки. Размер здесь есть М и L. Отличная новинка в заморозке. Это блинчики без начинки с пылу с жару. 500 грамм здесь 68,33 цена. Предыдущие годы завозились похожие блинчики в «Светофор». Их очень хорошо разбирали. Даже, по-моему, где-то на моем канале был тест таких блинчиков предыдущего, скажем так, завоза. Эти называются с пыла с жару. Тесто изготовлено на молоке. Семейная упаковка. Здесь 500 грамм. Здесь указано несколько рецептов. Блины, десерт к чаю, блины с красной рыбой и сливочным сыром. О, да, это очень вкусно.
И состав: вода питьевая, мука пшеничная, сыворотка молочная, меланж яичный пастеризованный, продукт яичный, масло растительное, сахар, молоко сухое, соль, разрыхлитель, гидрокарбонат натрия, регулятор кислотности, кислота лимонная. В принципе, здесь очень даже неплохой состав у этих блинчиков. Цена за 500 грамм 68,33. Есть и печень свиная замороженная 1 килограмм, цена 84,37. Здесь практически 2 килограмма в одной упаковке. Мацуни кавказский молочник термостатный 3,2% жирности в ведре. 107,98. Привезли его недельки две назад, вот как-то не могут пока его раскупить, потому что все-таки мацуни не такой уж традиционный для нас продукт, но по составу я почитала, там все очень хорошо, все натурально. Сметана топленая, много ее в наличии, отрус молока 900 грамм 111,24. Сыр плавленый от Экомилка сливочный 140 рублей 95 копеек. Мне уже достаточно много отзывов написали, пишут, что вкусный, хороший сыр. Сыр мягкий адыгейский, без заменителя молочного жира, 422,44 от Брасовских сыров. И сегодня какая-то уникальная цена на туши, полутуши, отруб, разруб, свинина на кости. Внимание! Первый раз она стоит 164 рубля за килограмм. Вот так меняется цена на свинину в магазине «Светофор». Максимальная была 210 рублей, а вот эта 164 минимальная. Сейчас есть грудка куриная на кости с кожей от Невского бройлера 212 рублей за килограмм. Голень цыпленка 171 рубль за килограмм, это северная птицефабрика. Ну и гуляш куриный от Невского бройлера 212 рублей. Филе сельдишхуна много сейчас в наличии, 500 грамм 121,76. Она очень хорошо себя зарекомендовала. Сыр плавленый с ветчиной «Президент» давно не было в ассортименте, 133,76 за 280 грамм. Айран все еще в наличии, 58,81 цена за 1 литр. Я уже говорила, что мне в принципе понравился этот айран. Может быть, кому-то покажется жидковат. Мне также, кстати, предлагали с этим айраном готовить окрошку. Получается очень вкусно. А на молоко были не очень хорошие отзывы. Молоко ультрапастеризованное, топленое. 1 литр 59,79 цена. Крумки баффало 500 грамм 116,35. На самом деле это продукт, изготовленный из третьей фаланги крыла курицы. Обычно их обрезают, потому что они больше всего обгорают при приготовлении. Здесь перец, черный перец, красный кориандр, базилик, тмин. И эти хрумки, насколько я понимаю, идут копчено-вареные. Обязательно просматривайте акции 2 по цене одного. Это не значит всегда, что продукт некачественный, какой-то нехороший и так далее. Бывает так, что у продукта слишком маленький срок хранения и не успевают просто его раскупить. В этом случае это компания «Ладога». Действительно, давайте обратим внимание, здесь срок годности всего 2 месяца, да? Смотрите, 05.12 по 02.02. И мы с подписчиками уже обсудили, что эти мясные продукты всегда можно кинуть в морозилку, если вы боитесь сразу их не использовать. Поэтому не проходите мимо этих акций, особенно в мясном отделе. Бекон-то хороший, тем более Ладога, проверенный, хороший наш местный производитель. Набор для борща вот здесь отдельно лежит. 69,62 тоже отличная цена. И вот буквально несколько наборчиков осталось, их тоже хорошо берут. В магазин «Светофор» привозят мебель в последнее время очень активно. Сейчас приехал кухонный гарнитур ЛДСП. 1,2 метра ширина, белый, дробь тростник, 3 упаковки без мойки. 4899 рублей цена. И смотрите, нам повезло, здесь есть картиночка. Продается в этом кухонном гарнитуре вот такая одна белая секция. Ширина нижней секции 60, высота 84,6. Здесь есть отсек 1 под мойку и, я так понимаю, прилагается столешница в комплекте, раз она здесь нарисована. Далее, высота 84,6.
верхняя ширина самого комплекта 1,20 м, верхние полки, их ширина 29,6 м, высота 71,6 м и нижняя верхняя 1,20 м ширина. Вот такой вот гарнитур, вот так он выглядит. Кто приобретал похожие гарнитуры в предыдущие годы в магазине «Светофор», нам обязательно, пожалуйста, напишите. Уж очень интересно. Покажу, что снова привезли вот эту туалетную бумагу, трехслойную, 8 рулонов, 30 метров, 169,47 цена, Россия производит. Хорошая бумага, отзывы отличные. Здесь же можно приобрести комод белый, 4 ящика, все указаны параметры, 3025 рублей. В принципе, можно дачу обставить в «Светофоре». Сейчас купить кухонный гарнитур, вот этот комод, где-то можно стол раздвижной, стулья, в общем, полностью дачу обставить в «Светофоре» за небольшие деньги. Кому не имется начать шашлычный сезон, очень хороший уголь есть, по недорого в «Светофоре». Древесный 5 килограмм, 35 литров, 311,26 цена. Уважаемые господа дачники, для вас тоже много новинок, я их покажу. Укрывной материал армированный, 2 метра на 10 метров длины, 150 микрон, 457 рублей. Это армированная пленка. Очень она мне нравится, честно признаюсь. Покупала ее в предыдущие годы. Она меня всем устраивает. Ну а эта новинка точно многих заинтересует. Это дуга парниковая, металлическая, 2 метра, ПВХ. 6 штучек здесь, 303,81 цена. Очень быстро их каждый год разбирают. 6 штучек в комплекте. Отлично, из нее можно сделать парничок. Купить вот эту армированную пленку 457 рублей. Вот эти дуги и сорганизовать очень неплохой парник. Тем более дуги разбирают хорошо, отзывы отличные. Скрыли упаковки с удобрением находка и нашлась находка для томатов. 136,85 цена, 250 литров готового раствора. Ну и для орхидей есть также находка. На самом деле я считаю, что чем меньше подкармливать и баловать орхидею, тем лучше она цветет. Корневин в наличии 76,87. Здесь 50 грамм. Раскупают, судя по количеству, вот такие опрыскиватели помповые. 3 литра, называются «Наша Маша». 221,53. У меня этот опрыскиватель служит хорошо. Вот одна подписчица написала, что он достаточно быстро сломался. Нет, у меня он служит долго, хорошо и качественно. В общем, напишите, кто в предыдущие годы такой опрыскиватель покупал. Парники, уже не раз говорю, мой вердикт, их брать не стоит. А нашатырный спирт и борная кислота есть в наличии. Смотрите, светильнички-то разбирают хорошо. И цена их 255 рублей. Рассадников тоже осталось немного, поторопитесь. Пора уже кое-что сажать. 172 рубля. Ну и грунт в черных упаковках. Он не везде такой. В некоторых магазинах грунт идет, а в белых упаковках за 140 рублей. Гель Санфор Универсал. Лимонная свежесть. 1 литр объем. 81,88 цена. И что хочу сказать, мне уже писали по поводу Санфора. Его очень многие любят и пользуются. Продается Санфор во многих сетях и гораздо дороже, чем здесь в «Светофоре». Порошок новый, стиральный «Сафир Универсал», хорошо разбирают, 9 килограммов, 398 рублей цена. Кстати, вот такие алмазные мозаики детские тоже встречаю не во всех «Светофорах». На «Конве» 40x30 размер, 349,99 цена. И здесь очень милые картиночки есть. Вот, например, Bubble Gum такая. Более 7000 элементов у этой мозаики. Есть вполне себе даже взрослые, кстати, картиночки. Вот, например, первый раз вижу нежный букет. Видимо, вскрыли все упаковки. Эта мозаика идет на конве, но без подрамника, естественно. Вот, например, такие цветочки. Очень даже. На подарок такие мозаики хорошо дарить. Жизнерадостная корги. Верный друг. Можно заранее к следующему Новому году вот такой подарок приобрести. На одной волне. Любознательный малыш. А вот мозаика, которая взрослым понравится, это тюльпаны. Цена этой мозаики 349,99.